Сейчас на мне шляпа из неперерабатываемой шерсти, сумка из текстиля, который перерабатывается, но сложно, и ремень из велосипедной покрышки. Как такое возможно и кто этим занимается, узнаем прямо сейчас. Если у вас накопились ненужные вещи, детские игрушки, платья, которые вышли из моды, неудобные туфли или старая техника, не торопитесь их выбрасывать. Подарите вещам вторую жизнь. Так вы поможете улучшить экологическую ситуацию в Екатеринбурге и в Свердловской области. Стекло. Собирать сегодня стекло достаточно сложно. Его нужно заготовить боем, разбить и так далее. Наши местные мастера в результате делают вот такие тарелки, которые спокойно можно не один год использовать и потом все равно сдать на утилизацию. Потакание роскоши осталось в прошлом. На смену ему пришла борьба за сохранение природы. Так почему бы вместо 10 баночек с гелями для душа не пользоваться одной, самой любимой? Любой тюбик, который вы сегодня приобрели в магазине, допустим, ПЭТ, он достаточно плохо сдается. Косметический вот такой ПЭТ, он достаточно плохо сдается. Ну, то есть это то, где мы храним кремы, покупаем, да, гели, да. Уходовые средства. И у него не просто можно уйти ему в утилизацию, у него тоже может появиться вторая жизнь, потому что сегодня все больше и больше возникает магазинов, в котором вы можете налить свою тару. Быстрая мода вынуждает нас делать больше покупок, чем требуется. Но это не значит, что нужно отправлять на свалку надоевшую одежду. Одна из самых сложных, наверное, фракций – это одежда. Потому что после того, как вы отрезали этикетку, никто и никогда не узнает, из чего состоит ваша одежда. Это объемная фракция, которая подвергается гниению и угрозе на полигоне. Сегодня, опять же, благодаря мастерам, одежда получает новую жизнь в виде сумок, которые можно носить очень долго, и модных головных уборов. Панамы, да, ручная работа, местные ребята делают из старых вещей, да, спокойно. Очень стильно, мне кажется. Главное, ярко, да, и экологично. Почти каждая вещь имеет возможность превратиться во что-то новое, оригинальное и неповторимое. Не спешите бежать со старыми вещами на свалку. Подарите им второе дыхание. В Екатеринбурге около десятка социально-экологических проектов, где старые вещи превращают в новые.